Массовое заражение кишечной инфекцией стало причиной возвращения круизного лайнера в США. Во время тура по Карибскому морю судно было вынуждено вернуться в порт Бейон, штат Нью-Джерси. Планировалось, что лайнер с туристами совершит 10-дневный круиз. Однако спустя всего несколько дней у пассажиров и членов экипажа стали наблюдаться сильное расстройство желудка и рвота. На борт были приглашены эпидемиологи, но им пока не удается выяснить, чем именно заразились люди. По словам врачей, симптомы похожи на заболевание норовируса. Вакцины от этой инфекции пока нет. Считается, что болезнь сама уже проходит на третьи сутки. И врачи рекомендуют при заражении соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости.